В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась презентация 8-го тома собрания сочинений «Гавриил Романович Державин. Поэзия, драматургия избранная». Спикерами на презентации выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Гурьев. В рамках пресс-конференции также была обсуждена тема переноса державинских чтений. Я надеюсь, что проблемы, связанные с пандемией, они спадут, и мы очередную конференцию проведем вместе и, как сейчас говорят, в нормальном офлайн-режиме, чтобы нас никто не критиковал, но я думаю, всегда теперь уже все это будет в смешанном формате, чтобы и контингент участников увеличить, наверное, будут подключения и в дистанционном режиме, особенно наших иностранных коллег. Восьмой том представляет собой уникальный путеводитель, который подводит итоги предыдущему периоду работы и ставит новые задачи. Ответственными за издание и авторами комментариев выступили профессора Казанского университета Алексей Пашкуров и Анатолий Разживин. Также отмечалось и то, что планируется создание сайта, на котором будет опубликовано все собрания сочинений Державина. В общем-то, венец, да, нашему такого творческого союза с Казанского Всероссийского государственного университета юстиции и Казанского федерального университета в рамках державинских чтений, вот именно вот это уникальное издание. Было принято решение выдвинуть именно вот этот том, вот именно это издание на литературную премию. В завершение мероприятия 8-й том собрания сочинений Державина передали руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдару Салимгараеву. Кристина Надыршина, Фариза Хитаглы, Универньюз.